Быть невостребованным овощем — беда. При жизни умершим ненужным примелькаться. В пустыне жаждущему так нужна вода. Сидящему в колодце не обойтись без каски. А этим инструментом и мотыгой, и молотом, крушащим основание, мог я бы стать, не просто бложкой прыгать, конечно, не с дырой большой в кармане. Стать нужным вовремя и однозначно к месту. Сгодиться на шумливом полигоне. Не знать, что значит на талантах плесень. Вперед стремиться, как бы от погони. Кому я нужен, сброшенный с постели? Кто козырьком ладонь глазам подносит? Меня высматривает и, заметив, еле. Бежит, как оглашенный, себя забывший вовсе. Там нужен ли таков, какой я есть? Детишкам, зрелым, старости незрящим. Когда я на разрывы некогда присесть, ни от кого тепло души не прячем. С такой характеристикой в тюрьму его управленцы с радостью приемлют. Что не скажу, все правильно поймут. Всем нравится, что на ходу не дремлем. Без нас обрушится обвисший потолок, снопы повалятся в опасном направлении. И здесь и там успел, Сократ помог. Тот дом и шторм не сдвинет, не накренит. Имейте же в виду мои таланты и щедрость умножения в простоте. Усердному по силам эта планка, с молитвой и с постом, конечно, во Христе. Быть нужным Господу в ужаснейшем проломе, проделан монахами-попами. Не в монастырь, а к небесам паломник. Своей активностью он вхож ленивым в память. 11 февраля 2006 года.